Привет, сегодня у нас с тобой новенькая игруха под названием «Потерявшийся в игре». И сегодня мы в ней реально потеряемся, ты и я. Ну чё, погнали? Выбираю, значит, режим управления мышечкой, так будет, наверное, удобнее всего. Какой беззубый гномик. Happy Juice Present. Летающие драконы, похожие на сомов. Ну, сом. Под водой, который плавает. Привет, жаба. Тыкни на жабу. Может, не надо ее тыкать? Она сейчас как взорвется, как кишки полетят мне в экран. Ну ладно, тыкаем. О, привет, девах. Забавненькая рыженькая девочка. Я могу ей управлять. Че, мы, походу, ловим жабу, да? А, ну вот, мышкой управление. Отлично. Нам здесь рассказывают, кто эту игру придумал. Нам это не интересно. Ну, я знаю, что там изобретатель Алан Симон. О, петух. Или это не петух? За горло схватим его? Давай, хвата. А, не так-то все просто. Слушай, может, забьем на этого петуха и пойдем дальше? Нет, не забьем. Надо его поймать. Схватить за горло. Давай. Ах ты, бесячие желтые глаза. Нифига себе, ты понял? Это был не петух, это был гном беззубый. Ща, до таксофона дойдем, поболтаем там со своим друганом. Тебе таксофон принцессы, кстати. Пало питика? Питика? Шляногаба. Шляногаба. Язык просто опупительный, мне он нравится. Музыка и CFX. Алан Каплан. Ноар Хазен. Это поляки вроде? Вроде поляки. Зеркало разбито. Нифиг, ты видел в зеркале разбитом? Медведь прошел. Это что, типа я прошел? Нет, вот девочка проходит. То есть внутри девочки скрыта сущность в виде медведя. Какая у нее большая башка в зеркале. Может, нам разбить это зеркало? Или залезть в него? Да, конечно, почеши свою репу. Видал, да, она... Забавно. Короче, когда ты видишь девчонок вот с такими прическами, знай, у них у всех спрятан внутри маркер. Ну, в смысле, в своей волосятой башке. Чушка левитирует. Чушка, блин. Чашка левитирует. Чушка. Как можно сказать вместо чашки чушка? Давай ее возьмем. А, не тут-то было. Может, в нее кинуть камнем можно? Давай, хватай камень. А, потом прыгай на этот камень. Ой, обратно. Нифига себе, камни, это гоблины какие-то каменные. Давай еще раз сюда. Хватаем кружечку. Блин, мне нравится эта девчонка. Взяла и чашку здоровую в карман запихала. Я до тебя доберусь, гном. По-любому, я схвачу тебя за башку. О, цветочек какой прекрасный. Хватаем его. Вот именно вот этот цветастый. Начались головоломки. Головоломки. Сейчас, подожди. Надо, короче, чтобы они все втроем загорелись, по всей видимости, да? Сейчас. Так, посередине нажимаю 2. Давай вот сюда нажмем. Ага, теперь вот сюда. Ой, а так они все выключились. Нет, по минуточку. Тогда еще раз посерединке. Теперь этот. О! Ого! Ты кто такой? Какая-то рыбина здоровая. У нее глаза как замки для ключей. Что, тыкнуть надо? Может быть, не надо? Можно тыкнуть сюда. Я погладил. Она в восторге просто. Блин, ну анимация тут, конечно, красивая. Очень красивая игруха. Я с самого начала забалдел от нее. Ого. О, у меня рюкзак появился. Смотри, я раньше не замечал, что у меня есть рюкзак. Конечно, там же есть кружка. Дальше давай чуть-чуть пройдем. Может, что есть тут? Смотри, я дальше реально могу идти. Lost play. Нет, надо вернуться назад, открыть дверь и посмотреть, что там. Минуточку, минуточку. Поднимайся по лесенке давай и открывай дверку. А, ключ нужен. Хо-хо-хо. А где же мы можем достать ключ? Ладно, пройдем дальше. Я, конечно, могу кружку вкинуть в эту дверь, типа психануть, но я думаю, это не поможет вообще ни разу. Что за странная надпись у меня над башкой? Потерянный в игре. Тыкнуть на нее? Фу! Это
Это типа феи? Феи-старички? Да, мне б, если б такое приснилось, я б не проснулся. Привет. Как дела? Вот это друган, у тебя петух на башке, надо его схватить. Давай по каждому сейчас тыкнем, посмотрим, что кого. Еще одна кружка, но зачем? А, у каждого своя кружка. А вот, кстати, у него на кружке ключик нарисован вообще. А ты что скажешь? А должно быть три кружки. Но у меня есть своя кружка, что ты? Ой. Вот. Смотри, девка таким выражением лица просто достала эту чашку, типа, фигня вопрос. Ключик загорелся. Ай, вот он сейчас достанет этот ключ, и я открою эту дверь. Давай, схватим. Как круто, ключ попал ко мне в карман. Значит, через вот эту поляночку, накрытую для пикника, я пройти не могу, прям по тарелкам, по чашкам. Ладно, мы возвращаемся, окей? Никто не против? Девочка, пойдем, откроем дверь. Пошли назад. Та-т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 а. К двери казалось что-то слишком близко. Я, кажется, в ту сторону шел дольше. Ну ладно, не будем обращать на это внимание. А ключ-то есть у нас, что ты мне рассказываешь? Вот он. Открывай. Какой умный ключ, слушай. Что, тебе помочь надо вставиться? О! Значит, надо что-то тут крутить, вертеть, чтобы что-то совпало. А-а-а, о-о-о, нифига себе. А какой цвет должен совпать? Красный или синий? Допустим, так. А теперь крутим красный. О-о-о, у меня... А, нет, не совпало. Какая интересная головоломка, слушай. Так, так, так. Значит, оставляем красную вот так. И тут... Ага. Сейчас, минутку, надо бошку поломать. Кажется, я понял. Значит, смотри. Все, ясно. Тут, короче, три кольца. Один стационарный, который стоит постоянно, и другой, который мы крутим. Нужно просто все цвета посмотреть, где они. Там. Вот красный есть. У стационарного красный. Во, все, совпало. Четко. Входим в дверь. Спасибо, что это такое? Лейка? С луной? Я очень вам благодарен. И еще что я должен палить? Может, я в эту дверь войду все-таки? Почему? Почему ты не зашла, девчонка? Ладно, пошли. Та-ра-та-та, та-ра-та-та, лейка у меня. А, сейчас я чай всем разолью лунного. Чаечек лунный хотите? Держите. В смысле? Что ты пальчиком мне показываешь? Вот так берешь? Да что такое-то? Рюкзак как-то с первого раза не открывается у меня нормально. И поливаешь им в чашки лунный чай. Ну, покрасите все. И крестики даже заполняются. О, еще и чашку гному заполнили. Ну че, братцы, за мою днюшку выпьем чая лунного. Что я должен сделать? Куда нажать? Давайте. Ну конечно, выпили лунного чая и потеряли гравитат. А, это мне все снилось, все ясно. Здорово, Жабс. Получил достижение сны. Или мечты. Дриммер. Да, наверное, мечты. Че, просыпаться? Это мой братюня. Он младше или старше, интересно? Если я сейчас его разбужу, по шапке ж получу, наверное, если он старший. Подъем. Подъем, подъем, просыпайся давай. Ленивая жопа, давай же. Молодец. Сандалетки одевай. О-о-о. Рубашечку, может, тоже накинешь? Че, браться надо разбудить, да, по-любому? Может, не будем? Смотри, у него из носа пузыри, со рта слюни текут. Фу, какой противный. Ну ладно, разбужу. А, ну так тоже пойдет. О, кошка, что ли, под диваном? Точнее, под кроватью. Какой диван? Пойдем посмотрим. Кошак! О, какой он стрёмный. И что такой дерзкий? Может, это не косак, это косак, да. Может, это крыса здоровая? Смотри, отвертка, я вижу отвертку. Да, не дотянешься, ты слишком мелкая для этого. Вот носок торчит. Давай откроем шкафчик, посмотрим, что там.
Видал? Так. У нас есть дикая кошка на колесах. Ну, вот эта вот машинка. Есть будильник, есть. Мы можем взаимодействовать с нашим... С нашей лампой. Ага, и чё, давай-ка направим сюда. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Фу! Кошак свой попец нализывает. Ай-яй-яй. Ну, по крайней мере, мы его спугнули, и он вытолкнул робота какого-то. Для чего нам этот робот? Ой-ой-ой, прическу поджёг. Но с него выпала батарейка, возможно, она нам тоже понадобится. Слава богу, ты знаешь, как волосы горят? Вот от такой вспышки, пока она тушила, могла вся голова сгореть. Что-то она как-то легко отделалась. Так, есть батареечка. Мы ее, по идее, можем ставить в часы, если часы не идут у нас. Есть коробка, которую мы можем, наверное, выдвинуть. Да, встать на нее и достать вот, вот ту отверточку, чтобы, скорее всего, вскрыть отдел для батарейки в часах. Потому что там же не так все просто, да? Че, не выдернешь? Да ты удачливая девка, слушай. Хорошо, что ты не шлепнулась. Ну че, давай вскрывай. А, еще нужен ключ какой-то. Так, а ключик я знаю где. Он в машинке вот этой, надо ее как-то поймать. Давай, выезжай. Вон он, да, ключик. Поймаешь, нет? Нет, нужно какую-то ловушку сделать для этой кошки. Может быть, накинуть на нее мою футболку? Как думаешь? Потная, да? Фу, потная. Так, понятно. Что мы можем сделать здесь еще? Как, с чем взаимодействовать? Братюню мы никак не разбудим, наверное. Ой. Братюнек. Нифига себе, вот это шары. Вот это пузыри. У меня от смыльных пузырей так не получается пускать. Так, что же сделать? Что же сделать? Медведя мы никак не... Хотя это медведь-лось какой-то. Лампу никак. Пощекотать за пятку тоже никак. Давай посмотрим, что у меня в сумке есть. Есть батарейка. Есть, конечно, у меня идея, например, взять лампу и... А, я больше ее не могу взять, да? Эх. Короче, солнечные зайчики попускать. Может быть, этот кот как-то бы на эти солнечные зайчики отреагировал, но нет. А я могу, например, дверь захлопнуть, пока эта штука катается. Так, вот я ее выпустил. Захлопни, захлопни. Да, точно, это самое гениальное, что можно было придумать. Значит, берем ключик. Кошка сдохла. Так, две кошки победены. Нет, не победили. Да, у меня это все есть, все отлично. Я хотел сказать, две кошки побеждены. Выражаясь, как не знаю кто. Значит, оп. Запрыгнули, достаем с нашего чудесного чемоданчика набор юного... Понятно, давай спрыгнем. Так не получится. Набор юного чинилы. Чпиньк. Отверточкой. А, не так-то все просто. Значит, отверточка, иди сюда, откручиваем. Винтики. Здесь тоже. Ага. Крышечка. О-о-о. Значит, батареечка вставляется. И тут еще одна голова. Че, нет? А, плюс туда. Подожди, а тут перевернись. Батарейка, перевернись. Надо тебя наоборот поставить. Но она только так ставится, понятно. Короче, нужно с механизмом тут что-то намутить. Минутку. Понятно. Пока я тут батарейку не вставлю, то ничего не получится, да? А можно как-то? Я вначале с механизмом тут разберусь. Так, минус с плюсом, как поменять-то ей? Развернуть. А, кнопка такая здоровенная. Развернуть батарейку. Я думал, может, это как на камере, знаешь, включить фронталочку. Так, значит, у нас заработал механизм. Теперь нам нужно делать вот такие вот штуки и соединить все вот эти вот... минутку. Вот. Да? Все про... А, нужно, чтобы вот этот заработал. Конечно же, конечно. Сейчас мы это все сделаем. Вот такие игрушки я на раз 5 прохожу вообще. Изи-бризи. Кажется, я запутался. Нет, не запутался. Во, смотри. Просто легкотня. Первый класс. Я бы на твоем месте, девчуля, просто взял и попрыгал на братюньке. И все. Никаких проблем бы не было, чтобы делать будильник, еще что-то. Чисто, знаешь, это... Мы такие темы делали в этом. В лагерях. Он разбил часы, которые чинил час.
Братюня зануда у нас, да? А, геймер, задрот! Да, сеструха, не повезло тебе с братюньком. Будем его, походу, наказывать. Будем его доставать. А, какой пёсель забавный. Пёсель. Конечно, вот пёселя мы не будем будить, потому что пёсель у нас шикарный. Блин, ну я обожаю эту девчонку, она такая задорная. Смотри, нужен ключик, чтобы открыть вот этот вот, как это, выдвижной ящичек. Есть фломастеры. Порисуем. Конечно же, все в карманы. Чудесные магические карманы. Можно завести кукушечку, да? А, чтобы часы заработали, нужен маятник. Окей. Маятник, значит, маятник. А что ты скажешь насчет ящичка? Конечно же, ключ, да. Ну ты что, тупой? Ты же видишь, что там скважина замоченная? Значит, нужен замок. А что в журнальчиках? Комиксы про жабу. Про четырех жаб. Что значит? Была царь жаба. У нее было три прислужника, я так полагаю. У одного прислужника была еда. Царь жаба такая смотрит. Ох ты ж, ё-моё, на нас бежит медведь-олень. Медведь с рогами, ну это, конечно, смешно. Король жаба офигевает. Бежит сразу же от зорких и мощных лап этого лося-медведя, но, к сожалению, не умудряется убежать, и ее схватывают. И три подопечных, это жаб короля, начинают включать карате пацанов. Напихивают этому медведю, ну, по крайней мере, пытаются. Медведь на них орет, они просто улетают в слюнях, пошлепаются о пол, а медведь-лось убегает с королем. Привязывает его к дереву. В этот момент очухиваются подопечные короля жабы и вспоминает о мече Артурии, когда великий какой-то жаб затолкал меч в камень и сказал, что только великий сможет его достать. И не понял. Че, сказка на этом все кончилась, что ли? Тут идет история, как сделать медведя-лося. Да ладно, сказка кончилась на самом интересном. Тут ты, ну ты. Значит, чтобы сделать нам медведя-лося, нужны ножницы, маркеры у нас имеются, и нужна картонка. Картонка, ты видишь картонку здесь? Картоночка. А сюда я могу выйти? Да, я могу выйти на улицу. Ладно, пойдем пошаримся. Подожди, а на кухню могу пройти? Но кухню пройти... Нет, не пройдем. А вот это вот не... Нет, коробочка маленькая слишком. Все, пошли на улицу, короче. Здорово, братюнёк-задрот. О, кошак в коробочке спит. Это тот кошак, который нализывал свой зад. Фу, противный кошак. Возьму колокольчик. Yeah. Буду дринкать в него. Теперь посмотрим, что у нас здесь есть. В куче грязного белья. Трусы, конечно же, трусы. Что еще? Это кто такой? По-моему, это любимая игрушка кошака, да? Что еще? Теннисный шарик. Это для собаки, по-любому. Все, там больше ничего нету. Кошак. Здесь есть миска с едой, видимо, для кошака. Можно поболтать с братюньком. Больше взаимодействовать я здесь ни с чем не могу. Ладно, братюнь, здорово. Че расскажешь? Братюнь, очнись, я здесь. Он говорит, отстань, дротю. Ладно. Дрот за дрот. Дроть. Кошка, а ну брысь. О, нифига себе, ты еще и злой. Ну, конечно, я не дал тебе зад долизать. Че? Так, а просто коробка... Нет. Коробка и кошак это одно единое. Значит, может колокольчиком эту кошку просто выгнать оттуда? Или кошака? Угу. Может издалека теннисный шарик в нее кинуть? Нет, это... Собаку, точно, собаку. Пошли собаку. Собака мой бро, по-любому. Вот я точно знаю. Пёсель. Я вначале с тобой по-хорошему поболтаю. Ну, я понимаю, что он дрыхнет. Давай его тогда колокольчиком разбудим. Я, конечно, не хотел так делать, но придется, видимо. Потому что кошака надо проучить. А ему снятся овцы. Так. Значит, мы во снах нашего пёселя. И что нам нужно сделать? Нужно выпустить овец? Овечки? А, нужно WC псом. Все понятно. Так, значит... Вон как я их двигаю. Вот эти крестики овцы не должны попасть никак вообще. А, нет, мне их нужно как раз таки в... Все. Я запорол, кажется. Давайте сначала.
Вот. Значит, мне нужно что сделать? Один сюда. Нет, это плохая идея. Это плохая идея. Значит, ты идешь сюда. Да. Ты идешь сюда. Это вот так вот. Вот. Ага. А как мне теперь туда попасть? Западня. Ну только если вот это двигать. Вот это. А теперь я туда не попаду, да? Вроде головоломка элементарная, простецкая просто. Вот самая простецкая, какая только возможна. Так, если я... Нет, ну тут по-любому вот эта овца сюда идет. Вот прям вот именно сюда. Это сюда, это сюда. Да что ж ты... Это сюда. Да? Вот так же? Ну, наверное, вот так же. А если двух? Двух не двинуть. Дух никак не... Вот, все элементарно просто. Я так долго тут куролесился, это просто абзац был. Он проснулся наконец. И теннисный шарик нам пригодился. Мы сейчас кинем его в кошака. Хочешь поиграть? Конечно, хочет. Ну и кидаем его туда. Давай. Ну кидай. А, вот так вот. Ну, пойдет. Песель, конечно, сорвался. Ой, ну мне досталось все-таки. Я все-таки удачлив. Вот это причесон, слушай. Словно после воды высушилось феном. Ну, пойдем. Посмотрим, что кого. О, ништяк, ништяк, ништяк. Как нужно, мячик лежит. Сейчас ты отхватишь, жополис. Вот и коробочка освободилась. Песель, давай проваливай. Спасибо тебе, конечно, ты очень доброе дело сделал. Но мне нужна коробочка. Девочка всегда на позитиве. Несмотря на то, что на нее свалилась люстра, она получила полбу, да, там прическа у нее испортилась. Короче, все пучком. А, мне еще ножницы нужны. А где ножницы достать? Где достать ножницы? Они, наверное, вот тут, в шкафчике выдвижном. Наверх можно подняться? Нет, нельзя. А, нам еще нужно маятник достать для часов. Пойдем еще на улицу. Может, тут еще можно по двору прогуляться, как думаешь? Нет, туда не пройти. Вообще никак не пройти. Братюнь! Может, поболтаешь все-таки? Ну, хотя бы внимание обратил. О, вот что нужно мне, как раз. Маятник. Ну, по крайней мере, есть какой-то результат. А ключ, значит, в клюве у кукушки, по-любому, которая здесь будет высовываться. Да? Сейчас узнаем. Я просто это видел в какой-то сказке уже. 12 часов надо поставить. Обычно кукушка в 12. Нет? Типа день. День. Солнце. Ну, в 12 часов солнце, почему бы нет? С чем я могу здесь еще взаимодействовать? Могу на картину посмотреть, могу магнитофон потыркать. Переключить мелодию. Понятно, пойдем на картину посмотрим. Может там на часах что-то... А, вот она, где подсказочка-то крылась. Смотри, кошак испугал братюнька, у братюнька полетело мороженое, а собака такая на подхвате, когда у меня тоже полетело мороженка. Значит, время здесь у нас, смотри, какое, стоит... Что это, 5 часов? Ну, это уже... Ну да, получается без 15:05. Вроде бы как. Без 15:05 пойдем, сделаем это время. Идем сюда. Идем, значит, без 15:05. И стрелка вот так. Готово? Нет? В смысле нет? Если там было так. Сейчас еще раз посмотрим. Значит, на 5. А, нет, все. Все. 5 часов там было. 5 часов. Это секундная стрелка, я перепутал ее. Значит, секунда сюда, вот, но без 15. А это... Еее, сработало. Птичка, дай мне ключик. Спасибо тебе. Спасибо. Здорово, отключаем. Открываем, значит, наш ящичек. Отключаем. Ну, или отключаем. Хотя, что там отключать? Вот они. Вот они, ножницы. Все, комплект собран, чтобы сделать... Медведя оленя. Медведя лосяшу. Комплект есть? Че? Где мы будем это делать? Может быть, сюда это все как-то затолкать? У меня все есть. У меня все как надо.
Где это вырезать-то будем? Девчуль, достань, поставь куда-нибудь, давай мастерить. Куда это надо поставить, мастерить? На улице? На братюню надеть? Братюнь, смотри, что у меня есть, давай замутим. А, нет, я сейчас сама все смастерю, да? Испугай братюнька. О, получилось зачетно, кстати. Ну что он обосрется? Давай, пугай его. О, да! Все, ты готов со мной играть дальше? Тетрис надо было забрать. Хотя нет, в топку Тетрис. Нифига себе. Вот это поворот. Ну и что, далеко мы собрались? Ага, нужно прыгать, когда я наступаю на лосяш нарисованных. Окей, окей, окей. Есть. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Все готово. Ух, как она яростно на братюнька прыгает. Да, я даже не знал, что я это медведя-лосяш. Красавчик, братюнь, ты вообще... Хотя это, смотри, это необычный разрез в дереве. Там кнопки какие-то есть. Получено достижение. Идущий монстр. Че, братюнь, вылази. Все, мы за братка играем, у которого уши оттопырены. Ну хватит тебе. Сейчас зарастет дерево, и башка отвалится, а туловище останется в дереве. Ну что ты, вылази. Смотри-ка, ты кто? Ты кто такой? Ты кто? Я ботан, я все знаю, он говорит. А, нет, он сказал, я типа умный читатель книг, но мне нужны очки. Вот что он сказал. Кнопку можно нажать. Давай попробуем, может это лифт какой-то? Ага. Это открывашка, по-моему. Которая консервы вскрывает. А вот это что за слизь? Это смола, что ли? Или мед? Ну да, наверное, это смола. Че ты хочешь от меня? Это какая-то желтая жижа, он сказал. Наверное. Мы можем пройти правее, либо левее. Так, давай сходим левее. Посмотрим, что у нас. О! Жабы, которые достают меч! Привет, ребятки. Я про вас тут комиксы недавно читал. Смотри, копилка. Вроде это копилка. Сюда монетку можно вставить, да? Я б нос туда больше не совал. Опасно. Возьмем чашечку, значит. Ага. В чашечке кто-то у нас прячется. Еще один гоблин. О, нифига себе, как ты мне в присуху кинул. Дерзкий какой. Ладно, значит, у нас есть чашечка. Я знаю, куда нужны консервные ножницы. Вот этой вот лягухи. Чтобы она их открыла. Эти баночки. Да, я понял, что ты хочешь открыть. Может, я тебе меч помогу достать? У меня сил-то всяко побольше. Виш-виш-виш. Ох, нифига себе. Подожди, так давай. У нас как раз нужное количество, разве нет? Пацан. Ну да, пацан и три лягухи. У нас нужное количество. Ну, видимо, чтобы все сработало, нужно достать вот эту шапочку. Третьей лягухи. Да, я понял, что тебе шапка нужна. Короче, все. Чтобы все сработало, нужно всем помочь. То есть, чтобы эта лягуха помогла нам, нужно помочь ей, этой достать шапку. И что мы тут еще имеем? Вроде бы все. Так. А сюда монетка. Все, пошли отсюда. Пошли в другую сторону. Иду сюда по темному лесу. Давай, смотри, что тут. Ой. Надо здесь быть очень аккуратным. Наша подружечка прям, ну... Она мне больше нравилась девочкой. Так. Бабочку вот эту хочет поймать гоблин, но у него не выходит. Ножик я свистну, нет? Получится? Есть ножик у нас. О, я думал, сейчас ножик мне в пресс воткнет. Ух, пронесло. Пронесло. Давай-ка обратно вернемся, подожди. Спокойненько, тихонечко. Хватай ножик. Все. Четко, ножик у нас есть, но для чего? Непонятно. Сейчас попробуем схватить бабочку. Бабочку хватай. Нет, бабочку не схватим. Есть здесь очки.
Да. Я знаю, как эти очки... Да я понимаю, что сеструха у тебя борзая слишком. Ты ее боишься. Надо было обращать на нее внимание, когда ты играл в Тетрис. Тогда бы она не стала медведь-лосем. Значит, чтобы достать очки, мы должны проползти вот по этой корге старой. Внутри нее и взять очки. Но для того, чтобы это сделать, нужно выманить оттуда вон того гоблина. А для этого нужно поймать бабочку. А как мы можем поймать бабочку? Может быть, чашкой? Нет, чашка не прокатит. Так, а для чего нож? Для чего нож? Нож. Что мы можем ножом сделать? Может выковырить смолу? Либо чашка для смолы? Ага. А теперь давай чашку. Чашку сюда можешь поставить? Да блин, не загораживай ты это. Вот так вот можешь сделать? И бабочка приклеится к этой чашке. Да, все. Мы сделали ловушку для бабочки. Какие мы ужасные. Ужас просто. Значит, мы ставим чашку сюда. Все, он поймал. Какая мощная бабулечка. Залази в коргу. И бери очки. Красава. Все, пошли отсюда. У меня есть очки для тебя, дружочек. Вот, на. Поймаешь? Все сработало. А ты мне теперь скинь вот эту штуку. Эй. А, ну, либо так тоже можно. И для чего мне эта ветка? Может, помогу? Она поможет нам достать консервную открывашку? Нет. Нет, она не поможет. Шапку. Пойдем попробуем достать шапку. Точно. Уверен, нам это поможет. Так. Есть! Ты счастлив? Лайк тебе, братюнёк, спасибо, что достал. Все, теперь он нам поможет. Нужно открывашку все-таки как-то достать. А как открывашку достать? Вот я вообще недоумеваю, на самом-то деле. А, ты сюда прибежал? Слушай, а можно я на тебя взберусь? Подсоби мне. А, это он на меня засел. Угу. А можно еще раз кнопочку нажать? Ничего не происходит от этой кнопки. А сюда? Ты пойдешь со мной вот сюда, лягух? Я тебе покажу там такого монстра. Да, он сюда пришел. Подставу лягухи намутил и смотался. Так, подожди. Подожди, есть идейка. Значит, мы залазим в коргу. Да не куда-то, куда-то назад вернешь, я понимаю. Но ты же не настолько тупой. Залази сюда. Лягуха, давай. Вот. Вот эту штуку. Влази. Ку-ку-ку. Блин, ты... Ку-ку-ку. Пацан, ты ку-ку-ку. Такой просто ку-ку-ку. Тупой. Пока ты смотрел, у нас уперли какую-то штуку. Я всем заметил, что... А, это какая-то ручка. Здорово, гоблин. Смотрите, я сейчас за жопу этот медведь укусит. Ай-яй-яй, сделает. Нам нужно с тобой сыграть, чтобы ты мне дал эту штуку, да? Ну, конечно. Сыграй со мной. А, он хочет в дамки пройти. Типа я должен... Нифига себе, вот это сложняк сейчас будет. Я должен свои в дамки перевести, а у него всего одна. Блин. Ладно. Надо ему перекрывать путь каждый раз. Так, это сюда. Это сюда. Тут он не сможет пройти. Ага. Так. Так вот. Надо не пропускать его. Хоп. Сюда он не пройдет, а я могу сюда. Он сюда. И... Так, минутку. Ага, сработало. Он сейчас сюда пойдет. А я такой, хопа, не-не-не, не пойдешь. И я такой здесь уже. Ах ты ж, блин. Ах ты ж, блин. Он сейчас наверх пойдет. А я-то назад уже никак не могу. Подождите. Давай подсказочку посмотрим, может я что-то упустил. Ну да, конечно, я упустил. Мне свои шашки не нужно до королев доводить. Мне нужно его загнать в тупик. И все. И все. Значит, ладно, погнали. Сейчас мы его в тупик загоним очень легко. На изи.
Мне нужно, чтобы он встал на одну из самых первых клеток. И тогда я победю. Я буду победитель. Победитель. Там никак. Загоняем, ребятки, загоняем. Если я его сюда... Ага, отлично. Блин. Если я сейчас сюда встану... То мы его потом... Ну ладно, давай попробуем. У меня как бы других вариантов-то и нету. Так. Пока все работает. Он может сюда прыгнуть, и тогда... Он либо сюда прыгнет, либо туда прыгнет. Угу. Угу. Если я стану так... Куда ты пойдешь? Ну, конечно, ты пойдешь туда. Тогда идем наверх. Все, он встал на место. Я встаю сюда. Он тогда уйдет отсюда, а я здесь. Так. Я встаю здесь. И все, у тебя мест нету. Ну, я как бы выиграл же. Вот что нужно было делать. Ха-ха-ха, я крутой. А он сбешен. Лайк мне, да, за мои мозги. Отлично, у нас есть рукоять, но для чего она? Пока не понял. Странно, конечно, что вот этот медведь-лосяш нас не сожрал. Вот не делай этого. Ну ладно. Зато мы лягуху вытащили. Лягух, пошли, 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 пошли. Теперь, а, я понял, для чего рукоятка нужна. Там же у нас есть камень с копилкой. То, что я думал, что это копилка. А это туда вставляется рукоять. Так, ребятки. Вот она. Дергай. Попрыгай-ка. Прыгучая платформа появилась. Пойдем к ней. Встаем сюда. Жаба, давай вот сюда вставай. Не, ребят, ребят, ребят. Надо ж на попрыгай платформу встать. Вставай сюда. Да, а я сейчас кнопку нажму. Отлично. Теперь я запускаю эту платформу. Нет, эта кнопка не от нее. А как мне... А, все, я пошел ее там активировать. Сейчас, стой здесь, никуда не уходи. Ну-ка. Давай, дергай. О, четко. Красавчик, да? Пойдем ее забираем и сейчас открываем консервную банку с мухами. Или с комарами, я не знаю, что там лежит в этой консервной банке. Но сейчас тайная станет явью. Вроде как комары там нарисованы. Слушай, дружок, я принес тебе консервный нож. На. А, я даже ему помогу открыть. Ух, сколько там. Ловите их, хавайте. Зря мы открыли, конечно, но ладно. Консервированные мухи. Или комары, или мошки. Сложно это представить. И чё? Ловите их, ловите. Ха-ха, ничего. Все понятно. Оу. Но это очень плохо, они меня обкакали. Ну, так тоже пойдет. Ты обожрался, да? Лайк, лайк. Обменялись лайкосами. Ну чё, давайте помогу меч вытащить тогда. И взялись. Подлетайте, братюньки. И подтянули. Не вытащили. Еще разок. Давай, третий. А, вот шкала энергии у нас появилась. Давай. Как-то... Так, подожди. Как мне ее запустить-то, эту шкалу? Последний, может, должен тянуть? Как же мне тебя запустить, шкала? А, вот! Нужно кликать по ней. Етишки-матришки-то, а? Все, ну это тугодум, конечно. Тихо! Фух. Моя рука меня спасла уже дважды. Ну я вообще крутой, да? Сейчас я тыкну в попец этому медведю. Карате-лягухи вместе со мной. Битва, все. Давай, нападай. Не, а, может не надо? Ну давай попробуем. О, да ты реально владеешь мечом. Ой, обосрались. Сизар, это же я, ты же не станешь меня жрать, а? Через ноги беги, через ноги давай. Фу, слюни. Фу-фу-фу. Лягухи, может, вы меня спас... Да-да-да, через ноги, давай-давай-давай-давай. Красава.
Ушел по-английски. Даже не хлопнул дверью. Беги, Форест, беги. Ой, вот в эту пещеру я бы не стал заходить. Она руническая какая. Но походу у меня нет вариантов. Там смотри, демон какой-то был нарисован на ней. Оу, ну все понятно. Ну что ж, я думаю, что пора остановиться. Если тебе понравилось, то ты знаешь, что нужно сделать. Поставить лайк под этим роликом, если хочешь продолжения. Подписаться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить продолжение. Конечно же, подписаться на Яндекс.Дзен, куда дублируются ролики на всякие пожарные. Ссылочка в описании. Ну а мы увидимся с тобой в следующем ролике. Так что, до встречи.